С вами Флешка, и это женские игры, и мы продолжаем развлекаться на карте Парадокс, да, потому что теперь это уже из разряда развлечений, мы спасаем вселенную, но делаем это с удовольствием. Итак, я поменяла свои очечи, потому что сегодня, ребята, я очень хочу с вами заняться, знаете чем? Хочу заняться Таоми Кинерджистикс, потому что для завершения вот этого задания по Парадокс Резолвинг, нам надо будет сделать вот... У меня еще одно задание, кстати, открылось. Нам надо сделать вот такие вот шарды. Они, в принципе, из Essential Craft, но через Таумкрафт делаются. Короче, это... И нам надо будет много инфузий проводить. Какие-то 16. А для этого я бы все-таки хотела сделать хранилище для аспектов нормальные. Пол из банок я здесь восстановлю. Он здесь будет чисто как фетиш. Вот. А здесь будет у нас система по Apply Energistic. Подсоединять ее к основной я не буду. Она будет у меня отдельно стоящей. Вот как-то так. Отдельно стоящей. Где-то вот здесь надо будет сделать площадку. Возможно, вот здесь оно все будет располагаться поближе к нодам. Ноды можно будет поставить им вот эти такие пьедесталы и аспекты прям в этот стол магический пихать, чтобы оно по чуть-чуть наполнялось. Давайте прям сразу с корабля на бал посмотрим, что нам надо. И да, я сделала несколько заданий. Покажу вам задание, которое открылось, Paradox Resolving. Нам надо сделать вот 16 вот таких денселов. Это 2 стейка нам надо таких обычных денселов. В общем, мне надо флакс кристаллов 8 стейков или 9 стейков. В общем, много надо сделать. Я сейчас не хочу этим заниматься. Хочу с вами заняться немножечко магией. Потому что магии в нашей жизни и так очень мало. Ну что ж, начнем. Что нам надо? Мы заходим, наверное, сначала в Socket Machines. У нас есть два задания. У нас есть задание на ME64K Essential Storage Cell. Там что-то надо такое серьезное сделать. 64K. Я, кажется, вот здесь уже что-то, видите, выкладывала. Нам нужен просто storage, да, он вот так делается. Мне не хватает только Warded Glass, и я вот не могу вспомнить, как он делается. Давайте, в этом нам поможет Томономикон. И еще познать, в каком оно разделе. Может, где-то здесь. Arcane Assembler. Пойдем вот так. Нет, вот так делаются компоненты. Скажешь, как делается стекло? А, вот так делается стекло. Это у нас Great Wood, это у нас стекло и мозги. Great Wood, стекло и мозги. Давайте слетаем немножечко Great Wood, пильнем. Я всегда, знаете, прилетаю к дереву, отрубила несколько этих кусочков и улетела. То есть все дерево не срубаю. Надо быть... Может, сюда голема вот этого чопера привести, пускай он срубит одно дерево. Тоже как вариант. Кстати, хороший даже такой вариант, потому что самой вот рубить такую огромную махину мне совершенно не хочется. Так, надо будет побольше этого стекла сделать, потому что его там надо и надо просто огромное количество. Так, листики, уйдитель, листики. Я тут поковыряю немножечко дерево, и надо еще глянуть здесь на освещение, потому что может быть такое, что я где-то сбила факел, и у меня опять что-то здесь начнет спавниться. F7. Нет, все, походу, нормально. Все, 30 бревен должно быть достаточно. И надеюсь, у меня есть стекло. У меня здесь не засвечено. Ну, здесь и темно не бывает. F7. Glass. И есть немножечко стекла. Можно даже поставить на переплавку еще стекла. И нам нужны мозги зомби. Есть такая буква. И поехали, сделаем такую штуку. И уже все крафты из Томкрафта будут намного проще происходить, когда у нас будет вот эта вот конструкция, в которой будут храниться аспекты. Это вам не по банкам шарится, как говорится. Так, и у меня кончилась орда. Серьезно? Нет, не сюда. Я знаю, что я вам обещала
показать в этой серии, как делается супер-пупер боевой политул, но мы это сделаем, наверное, в следующей серии. Стек стекла, я думаю, нам хватит. Есть стек стекла. Вот, вот. И что нам еще надо для... Вот, хранилище у нас уже есть. Отлично. И теперь к этому хранилищу нам надо сделать вот такую вот штуковину. ME64K Storage что-то там. И это уже надо делать через инфузию, мне кажется, или же все-таки в столе. Пом-пом-пом. 64К. Я не успеваю посмотреть рецепт, дружище. А, это надо таких обычных надо сначала наделать, да? Идет 3 на 4К, 9 на 16, надо 27 вот таких вот. И нам нужна Eternal Essence. Нам, в принципе, эссенция нужна. А где ее брать? Ее надо брать из виспов. Я, в принципе, могу сделать себе коробочку и бить там виспов. Но, блин, много надо. Мне надо на 27 штук. Это фактически... Ну, грубо говоря, два стека мне надо этой эссенции. И, походу, мне надо ее одинаковую, что ли. В принципе, у меня есть несколько нод, которые я могла бы себе позволить разбить. У меня есть аура-ноды. Ауранод. Вот, у меня есть 24 аураноды, которые я могла бы себе позволить разбить. Я, наверное, здесь куда-то отлечу подальше, сделаю себе платформочку, чтобы если вдруг чё, если вдруг попадется мне голодная нода, чтобы она меня полностью не сожрала. Вот, и попытаюсь набрать нужное количество эссенции. И вернусь к вам буквально через секунду. Ну что ж, приступим. Я разбила 24 ноды. Вот что у меня получилось. Здесь еще лежат вот эти водные. Кстати, вот эти тоже можно разделить. 36 у меня получится. Ну что ж, делаем сначала 27 таких штуковин. Кварца я тоже наделала как с перепугу. Я надеюсь, что здесь можно и чарджит, и обычный, потому что моя карточка, да, можно. И кушает оно по 0,85. Можно еще даже полностью переодеться. 2,408. Ну, хорошо. Хорошо, делаем 27 вот таких вот штуковин. Мне кажется, я не обсчиталась, потому что я считаю, потом ухожу доделывать каких-то ресурсов, и у меня все мои расчеты сбиваются. И теперь просто можно с Алисмундусом, а можно со спектом. И мне нужно еще инжиниринг и калькулятор. Опять будете ко мне в комментариях придираться насчет моего произношения этих плат. В общем, платы. Есть 24, нормально, и калькулятинг. Этих только 19. Но у меня в сундучке там должно быть, у меня же на автомате они делаются. Вот как только появляются у меня ресурсы, я сюда закидываю, и оно по чуть-чуть себе допроизводится. Здесь у меня, походу, кончился редстоун. Ну и ничего, и фиг с ним. Это не сделано, и вот это сделано. Пускай здесь лежат. И мне нужно стекло. Вот это стекло такое особенное из... Нет, не из Essential Craft, а из Applied Energistic. Есть стекло. Есть у нас вот эти штуковинки. Сейчас попробуем. Попробуем. Разделим на 3. Нам надо 9 таких штуковин. И здесь стекло. Здесь, походу, сначала Certus, а потом уже следующие. 9, да. Вот, отлично. Делаем 9 штук. Есть. У меня что-то кончилось? У меня огонь кончился в палочке. А вот это вот печалька, потому что огня у меня не сильно много. И вот с тех нот, которые я разбила, практически все были водные. Вот практически все. Здесь биом океан,
и ждать какой-то другой ноды, ну, я могу еще пойти в мир для копания и там вытягивать аспекты из нод, потому что там ноды спавнятся, это 100%. Но в этом, в Deep Dark, здесь помимо того, что вас бьет темнота, там еще есть такие клубы газа, которые просто жизни дают. И мне кажется, здесь Орда кончился. Да, Орда весь вышел. Сейчас посмотрим, где еще есть Орда. Здесь вода, здесь земля. Есть Орда. Ох, целых 50. Они достаточно быстро восстанавливаются. Наверное, вот наладкой этой системы мы с вами несколько серий будем заниматься, потому что крафты очень длительные, очень муторные, но потом оно себя окупит просто, просто окупит невероятно, ребята. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И здесь уже три таких. И мне кажется, чего мне хватит? Мне хватит вот земляной. Ха! Земляной не делается. Мне кажется, что там уже Салус Мундус надо. Как я не люблю его делать, я прям вам передать не могу. Да, для этой крутой уже нужен Салус Мундус. И его мне надо 12 штучек. 12 штучек. Заходим в алхимию и смотрим, что нам на него надо. Прекрати, игра. Я где-то вот здесь могу посмотреть. Это нам надо сбалансированные шарды пережарить. У меня их 16, а надо 12. Ху-ху, раз, два, три, 4. Сейчас я пережарю шарды и вернусь к вам. Ну, вот-вот-вот-вот-вот, я практически готова, и надеюсь, у нас все получится. Во-первых, это очень круто. Нет, не получается. Что-то я делаю не так. Вот то, что здесь рецепт мерцает, вот это немножечко сбивает с толку, и я не вижу, какой ингредиент я ставлю не так. Половина на половину надо, что ли? Вот так. Да. Это я делаю 16. Да. А теперь... походу с алмазной и сразу с чистым Салус Мундусом. Да, я делаю 64. Как все запутано, ребята, как все запутано. И не поймешь, почему не получается, потому что вот, еху! Их надо 2 сделать? Да вы издеваетесь! Вы серьезно? Серьезно, 2? Ну что ж, ребята, задание я, наверное, сдам потом, потому что я бы хотела систему саму сделать. Итак, нам понадобится Essential терминал, Arcane Crafting терминал и Infusion Provider. Значит, что нам надо? Нам надо делается ME терминал. У меня терминал вроде должен быть. ME-терминал. ME. Нету? У меня нету терминала. ME-терминал. Ну, скажи, что ты можешь сделаться. Нет, тебе не хватает вот этой штуковины. Ты можешь ее сделать? Ты можешь ее сделать. А еще тебе не хватает вот такой штуковины. И ее ты можешь сделать. Так почему ты выкобениваешься? Все, есть. ME-терминал. Готов. И что нам еще? Нам надо еще один этот сделать. Я, кстати, могу стол исследования разбить. Взять один стол. Взять отсюда палочку. По нему долбануть и получить еще один вот этот. Ну, вы поняли. Вы поняли, насколько я коварна. Итак, давайте сделаем аркан из Цертус. Цертус, Цертус. Вот так. Вот так. Что там еще? И терминал. И нужна палочка. Держи палочку. Ей! Аркан терминал. Готово. Штуковина. Теперь нам надо Essential монитор. Золотой. Виз фильтр у нас должен где-то быть. Нет.
пожалуйста. Есть. Что не люблю делать, так это эти фильтры. И нам надо особенные вот такие элементы сделать. Это Diffusion Core и Coalescence. Coalescence. Diffusion и Coalescence. Coalescence, Diffusion различаются. Это один порядка, а один разрушение. Понятно, все прям логично. Порядка, разрушение. Дальше нам нужны Quicksilver две штучки. Что там еще надо было? Факел нет. И Formation Core и Annihilation Core. Пошли, возьмем. Они должны быть у нас. Core. Нету. Ну, вот Formation есть, а Annihilation надо... Annihilation. Нету? Я ж три только что сделала. Игра. Ты меня троллишь, походу. Или я просто невнимательная. Что, скорее всего, значит... Энтрофийный с Annihilation, да, а шард порядка с Formation Core. Есть! Есть такая буква. И теперь делаем вот этот, нам надо взять еще Illuminating Panel. Потом в эту же систему сделаю драйвер, в котором будут ячейки как под эссенцию, так и под предметы, чтобы все предметы из Essential Craft как бы там... Что я несу? Какой Essential Craft? Из... Ну, вы меня поняли, из Томкрафта. Кажется так. С золотым или не с золотым? Вот, все. Есть Essential Terminal. Задание нам говорят такое сделать? Да, задание нам говорят. И нам нужен Infusion Provider. Infusion Provider. Я еще сделаю Essential Provider, но сначала сделаем Infusion Provider. А, здесь уже инфузия нам нужна, да? Инфузия, нам нужны будут опять-таки вот эти штуковины и два зеркала. А зеркало делается вот таким вот макаром. Mirror Glass делается вот таким макаром. Glass Pane. Нам надо два зеркала. Давайте начнем с зеркал. Я скину сюда хотя бы что-то. Хотя бы что-то скину. Потому что слишком много всего у меня в инвентаре. Это слабо похоже на порядок, но хотя бы. Итак, нам нужны глэспейны. Глэспейны. Нам нужны две глэспейны. И мне нужен циннабар. Циннабар. У меня есть циннабар. Весь этот стак я просто пущу на пережарку. И да, я доделала еще печку себе резонирующую и сделала, как вы и советовали. То есть для того, чтобы апгрейд работал, нужно, чтобы в машинке стояли все предыдущие апгрейды. Как по мне, это невероятно тупо, ребята. Просто это глупость несусветная. Вот, это то, что я об этом думаю. Так не должно быть. Если я уже сделала крутой апгрейд, почему я должна вставлять в машинку предыдущего уровня апгрейда? Почему? Объясните мне. Я не понимаю. И это меня немножечко раздражает. Итак, это есть. То есть нам надо провести инфузию. Нам надо по 3 железа и по 1 эндерперли на каждое зеркало. Раз, два, три. Раз, два, три. И по эндерперли. И теперь какие аспекты нам для этого надо? Нам для этого надо вода, айтер и пермутейшо. Вода, итер и пермутейшо. Где-то здесь, наверное. Должна быть такая серо-зеленая баночка. Нет. Пошли искать. Вот итер у меня есть. Пермутейшо есть. Вода. Есть, отлично. Значит, делаем. Ставим сюда эту штуковину. Надо разложить красивенько, чтобы мне было удобно этим пользоваться. Есть. У нас фактически 4 предмета, да? Значит, по этим, по центральным разложу их. И теперь берем палочку,
любую палочку. У меня здесь должны быть еще какие-то палочки. О, надо бы эти грейтвудовские поиспользовать до конца. Все, пошла инфузия. Это, походу, не очень сложная инфузия, нет? Ну вот это куда посложнее уже будет. Это здесь минимальный уровень. А здесь какие нам аспекты надо будет? Чуть ли по банке. И еще пермутей, что-то из яиц надо будет вываривать, кажется. Сейчас посмотрим. Есть. Одно зеркало готово. Делаем следующее зеркало. Немножечко сегодня магии. Я, в принципе, думаю, что вот так, так как я теперь знаю, как делать еще головы скелетов, то я просто здесь все вот это пространство забью головами и, наверное, закрою пол стеклом, а это все сделаю арканстоунами. Вот как-то такая у меня идея. Я не сильно... Привет, дружище. Вы меня так пугаете просто. Они же там прыгают в воду. Кстати, воду надо убрать, так как я знаю, как теперь головы делаются. Воду там надо убрать вечеревскую. Она мне больше не нужна. У меня достаточное количество незерстара. Вот с алхимией, то, что я... Алхимия, просто с химией, то, что я вам в прошлый раз показывала. У меня что-то получилось 24 звезды. Ну, то есть это много. Итак, это мы сделали. Я отвлекаюсь на поговорушки. Это мы сделали. Молодцы. Салус мундус. У меня есть как раз две штуки, да? Я где-то его выложила. Как раз две штуки есть. Что еще мне надо? Мне надо два шарда воздуха. Как раз два шарда воздуха. Замечательно. И мне надо коалисенс коры. Два коалисенс кора. Два коалисенс. Это орда. И цинабар, да? Цинабар и формейшн коры. Давайте посмотрим, есть ли они в системе. Если нет, то доделаем. Постоянно их доделываю. Вот. Лежите в системе хотя бы две штучки. Так, сначала делаем их. Есть. Ну, как бы так. А что-то по центру должно лежать? ME интерфейс в центре должен лежать. У меня его нету. ME интерфейс. Интерфейс. Давайте его еще забабахаем. Не зря я сделала этих коров на один больше. Значит, так, поехали. ME интерфейс. Здесь. Зеркала вот так. Вот так. Салус мундус один здесь. Один на противоположный. Коры вот сюда, шарды вот сюда. Кажется, так. Все есть. Теперь нам надо 38 орда. Мне кажется, что вот орда, что-что, а орда должен быть. Или нет? Орда у меня нету. Орда у меня нету. Он вываривается лучше всего из стоуна. Из чизланутого стоуна. Чизла? Нету чизла? Хорошо. Я что, не знаю, как чизла делать? Я уже делаю какой-то пятый чизл, наверное, и постоянно его куда-то деваю. И орда у нас есть в каком-то, вот, кажется, вот этом с кружочками. Я что, тебя не изучила? Я просто знаю, что ты там есть, да? Иди сюда, иди сюда. Тебе тоже надо выключить временно, потому что... Вот, Орда и Терра. Отлично. Мне надо целый стек этой фигни, так что сейчас я это все выварю и вернусь к вам. Ну что ж, я выварила нужное количество мне аспектов, и смотрите, что у меня здесь появилось. Откуда? Откуда она там заспавнилась? Я просто без понятия. Свиньи везде. Так, магию ставим здесь.
Все, я надеюсь, что все есть, потому что очень не хотелось бы, чтобы эта инфузия зафейлилась. А, еще я не глянула, какой здесь уровень инфузии. Ну, moderated, это уже очень близко к high. Так что уйди, свинка. Я не хочу, чтобы ты мне здесь нестабильность привносила. Ты мне не нужна там. Что ж, оно скрипя душой и сердцем что-то делает. Что-то делает. Целая банка вот этого машинима. Я выварила стек редстоуна. Пока всосет целую банку. Это просто капец. Все, дальше пошла магия. Причем у меня здесь, кажется, несколько баночек стояло. Или нет, оно начало брать именно с той баночки. Ну, давай, работай. Я очень надеюсь, что все у тебя получится. Такой, знаете, момент. Что еще доделала, пока оно работает? Я взяла кабеля, я взяла ME-драйвер, у меня ME-контроллер. Давайте оставим немножечко без присмотра. И возьмем еще себе одну карточку какую-то. Какая у меня еще не задействована? На 64 мне даже не надо, мне на 16 хватило бы. Вот, для того, чтобы держать там физические предметы, а не эссенцию. Все, пошла уже это. Да? Все, теперь уже поехали предметы. Смотрим, хорошо ли все происходит. Чуть-чуть, пока что все нормально. Так. В каком-то очень интересном своем порядке оно все это забирает. Та-дам! Замечательно, замечательно. Этот волнительный момент, когда мы сделали это. Давайте посмотрим, задание выполнилось отлично. И с этой ветки, судя по процентажу, мне надо сделать только вот это задание. То есть доделать еще одну селу. Вот. Я думаю, что в следующей серии я уже перенесу, например, выворку туда же, алхимическую стойку туда же, то есть вот уголочек таункрафта у меня будет вот здесь, между нодами и между инфузией, вот вне радиуса достижения инфузии. И уже вот это количество баночек можно будет сюда просто сделать такую, знаете, дорожку до таункрафта на баночках. Я точно доделаю столько баночек, чтобы оно все хорошенько звенело. Давайте я это выложу в... хоть куда-то, ну, в сумочку тогда. И у меня есть несколько сумочек, я думаю, что до этого времени уже насобиралось нужное количество розового красителя, и под конец серии мы с вами что? Мы с вами пооткрываем сумочки, потому что я люблю сумочки. А, и да, было задание сделать для Spatial I.O. Вот эти инструменты, и мне дали в награду вот такой Damaged Spatial Storage. Мне очень интересно, что там находится, и мы это потом посмотрим, когда я сделаю место под этот Spatial. Так, здесь 40... Там мне буквально 1% не хватило для завершения. Больше сумочек, богу сумочек. Так. Юху. Берем награду, еще сдаем, и еще 10% у нас есть. Так что вот так вот. Нет. Я один раз так глупо умерла, ребята. Я просто... Что я сделала? Я подошла к сундуку вот с этими радиоактивными штуковинами. Оно у меня в обычном сундуке лежало, а не в лид-части. И там, походу, время вышло, и оно мне как долбануло, прям насмерть долбануло. Я возле этого сундука сразу и умерла. Так, слаймболы, отлично, поушены, фигня, сумочки, головы, шарды, книжка, дроп. Давайте немножечко разгрузимся. Я уже иногда себя ловлю на мысли, что надо бы сбрасывать все это отдельно в этот filing cabinet. Но меня раздражает то, что он вот так вот работает. Видите, что он делает с сигилами, с некоторой броней. И чем дальше в лес, тем хуже. Что-то не так с этим filing cabinet, и мне это не нравится. Еще одни крылышки. Крылышки, сингулярность, отлично, молочко, и еще крылышки, смотрите, раз, два, три, четыре, смотрите,
Та-дам! 7 пар крылышек. Это просто замечательно. Я даже не знаю, как еще это можно описать. И открываем сумочки. Здесь у нас будет золото и еще всякие вкусняшки. Ну, ничего так. Ничего так. С эндерперлами, кстати, сейчас вот Села разрядилась. Я ее отсюда убрала на подзарядку. И вот так вот с корем пополам он справляется. Но, видите, в минус уходит. Здесь 6 миллионов РФ. И эндерперла ему не хватает. Очень жаль, что он не кушает эндерлилисицы. Было бы хорошо, если... А он кушает лилисицы. А почему ты не берешь лилисицы? У тебя что, здесь фильтр стоит? Точно, у тебя фильтр стоит. Ну так лилисицы тоже бери. Давайте возьмем... Я не думаю, что нам еще нужен будет эндериум. Да и наплавила я его огромнейшее количество. Давайте добавим сюда просто еще вот лилисицы. И вот так поставим. Все, отлично. И ты забираешь их. Умница моя, умница. Все, и на лилисицах оно будет достаточно долго работать. И теперь я не буду уходить в минус. Вот. Теперь я даже немножечко в плюс буду ходить. На этом все, ребята. До следующей серии я немножечко подготовлю здесь вот эту зону. И мы, наверное, уже займемся какими-то инфузиями поинтереснее, потому что процесс этот будет уже намного проще. Вот, даже вот эти те же void металлы и еще что-то вот. Crimson Rights. Тут какие-то интересные уже награды идут. Это, наверное, про запретное здание. Да и в Essential Craft у нас есть вот веточка, которая связана с Таймкрафтом. Работа не початый край. Казалось бы, много заданий выполнено, а столько еще надо сделать. На этом все. Вот такой кусочек магии, техномагии, можно даже сказать. Мы сделали нужные ингредиенты, осталось только это все оформить и воспользоваться. С вами была Флешка, и всем пока-пока.